Химках проверили, насколько качественно управляющие компании выполняют свои обязанности. В округе прошел рейд, в ходе которого сотрудники дирекции единого заказчика посмотрели, насколько чисто в подъездах и во дворах. Вместе с ДЭЗом работу коммунальщиков оценил и наш корреспондент. Дом на Юбилейном проспекте 41А образцовый. Убирают здесь каждый день. Порядок и в подъезде, и на этажах. Я как жительница дома 41А очень довольна уборкой нашего двора, подъезда. Вот. Так что у меня никаких замечаний вообще нету ни к домоуправлению, ни к дворникам. Так что я была очень довольна. Около лифта стоят живые цветы, на стенах картины, а на дверях объявления с телефоном диспетчера. В нашем доме на каждом этаже есть подобное объявление, где крупными буквами и цифрами написан телефон нашего диспетчера. Все неполадки сразу могут быть озвучены. И если свет... лампочки не хватает, тут же буквально в течение часа все у нас восстанавливается. Порядок в этом доме – заслуга не только управляющей компании, но и самих жильцов. В старой многоэтажке есть старшая по дому и ее заместитель. Пенсионерки сообщают о своих просьбах сотрудникам ДЭЗа, а они решают даже те вопросы, которые, казалось бы, не в их компетенции. Например, с парковкой. Раньше на месте этой клумбы жильцы оставляли свои машины и загораживали проход. Управляющая компания придумала такое нестандартное решение. Главное, что жильцов это устраивает. А вот в доме номер 3 по улице Машинцева, наоборот, недовольны всем. У подъезда нет даже урны. При осмотре этого дома, Машинцева 3, первый подъезд, обнаружено, что в связи с, наверное, с длительным использованием урна пришла в негодность, поэтому ее демонтировали. Вот нам надо будет урну заменить. Постараемся заменить ее в течение ближайшего времени, 10-12 дней. Нет не только урны, но и пандуса для заезда детской или инвалидной колясок. Светлана Черикова живет в этом доме уже 7 лет. Воспитывает второго ребенка. Каждый день ей приходится буквально заносить коляску сначала в подъезд, а иногда и на этаж. Лифт у нас часто ломается. Нам приходится на 9 этаж своим ходом эти коляски тащить. Вот даже я одна таскала эту коляску с первого на девятый этаж, поднимала одна. Мы бы были не против, если бы нам сделали удобные условия для... У нас тут много рожениц, которые родили, много детей тут маленьких, поэтому нам бы не помешало бы. Управляющая компания приняла жалобу жильцов. Обещали, что в ближайшее время пандусы установят. Но на этом проблемы не закончились. Под потолком висят оголенные провода, на перилах нет обрамления, а на полу не хватает плитки. Дырки обещали зацементировать в течение 2 недель, но в следующем году вообще поменять. Подобные рейды будут проходить в городе постоянно. Жители могут оставлять заявку своему диспетчеру на участие в проверке дома или подъезда. Алексей Житких, Надежда Грушина, Олег Мелехов, служба новостей.